Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şerrî enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ama ba'd, nebda bi'iznillâhi teâlâ bi dirâset metn yusemmâ bi metn ed-durûs el-muhimme li'âmmetil ümme. С помощью Аллаха начнем, приступим к изучению матна, великий, важный урок для всей мусульманской общины. Это очень-очень важная книга. Он годится для того, чтобы преподавать и переводить на любые языки. Годится для неверующих и для мусульман. И для вновь принявших ислам. Из чего состоит эта книга? То есть путь праведных предшественников с Кораном. Единобожие, то, что противоречит его, то есть это ширк. Молитва. То есть очищение, омовение и купание и тайяммум. الآداب والأخلاق الإسلامية. И также нравственные качества, исламские нравственные качества. تجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه. Подготовка мертвого и его захоронение и молитва над ним. نعم. إذن سنمر بإذن الله على هذه الأقسام الستة. И с помощью Аллаха мы пройдемся по всем этим шести разделам.